Хорош! 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 Дайте как? Ага, просто дубасит мышь, блин. Ты гладишь ее бананом? Да, ну почему бы и нет? У меня же руки теперь это банан. Это плохой банан, я уверен, это плохой банан. У меня есть получше. Бананы получше есть. Нет! Всем привет, друзья! И у нас сегодня с Йоши необычный выпуск Пиги. Да. Чё ты молчишь? Твое видео. В общем, ребят, мы как-то раз увидели видос. Слушай, она шатается. Но нам и не нужна, нам нужна вот эта. Привет. Ну, да, да, здравствуйте. Зачем я вот так сделала? Привет. В общем, как-то видели раз в интернетах видос, когда играли чем-то. Так что, в общем, мы сегодня будем играть чем-то. Чем-то. Угадайте, стойте! Напишите в комментариях прямо сейчас. Да. Чем мы будем играть? Да, давайте. Именно, давайте. Вот я прям буду читать. Проверим, мы проверим. Имейте в виду. Ладно, так, 3, 2, 1, в общем, реквизит, блин. В кадре появляется. Реквизит испортился, ты чё, блин, у тебя же другие были. Извините. Я не те взял, что ли? Подожди. Давай. Подожди, выключите, поставьте на паузу, я приду. Я все принес, Ульян. Водечек. Вот. А тут некрасиво видео снимаем, а бананы какие-то непонятные. Непонятно, да, согласна, да. Короче, я буду в роли, знаешь, как барабанщик себя чувствую просто. А я думала, типа, пил, давай стреляться. Руки вверх! Так, можно и так. А можно мы начнем уже или как? Мы самураи! Ульяна! Нет, слушай, я знаю ТикТок, Йоши, сейчас, подожди, вот это вот. А, вот это? Это, наверное, не было видно, но, в общем, вы поняли, когда вот это вот, ну, короче. Да, спасибо, чуть мне не ляпнуло. Все, поехали, короче, ребята, не знаю, чем надо, вот у тебя-то понятно, ты просто так руководишь, так сказать, а мне как быть, вот это как хождение. Ну, так, давай, поехали, короче, нажимай играть. Давай, поехали, так. Да ты нажми руками сначала, елки-палки. А, да? Ну, уже... О, господи. Ульян. А стой, мне нужно нажимать, получается, стой. Ты, вот, да? Ты, давай, смотри, я вот так сделаю, давай, все, я shift нажал. Ага. Ой, подожди. Господи. Тут же shift-ом не работает, Ульян. Господи, а как мне... Ульян, только началась игра, нормально. Так, подожди, ладно, давай тогда так. Господи, Господи, помоги. Подожди, мы пришли не в ту игру, Ульян, мы пришли... Куда? Явно не в ту. Садись на контрол. Господи, я не знаю, как этим управлять. А это не факт, что это человек. Ой, не человек, это, скорее всего, будет этот. О, все, я поняла. Так, давай. Ага. А как? А, я не понимаю. Стоп, посиди, можно я, пожалуйста? Ага, все, я поняла. Ульян, там свинота это. Все нормально. Просто бегаем, а от свинота. Можно я вот так вот сделаю и вот так вот буду, типа, поворачивать? Давай, все можно, Ульян, только нас убьют. Ульян, нас убьют, Ульян! Оно соскальзывает, ты не понимаешь, что делать. Так, все. Ничего. Тихо! Ульян, стой! Нет! Я-то тут при чем? Какой кошмар. Мы выбрали не ту игру, нам нужна игра с этим, с шифтом. А что у нас с шифтом есть, кроме Тавера? Тавер у нас был вроде бы. Так, ну... Это сложно. Это сложно. Это очень сложно. Так, ну что, Ульян, давай, принимаемся дальше. О, шифтик. Вот тут шифтик. И поехали. Так, я... О, давай. О, да. Вперед. А ты можешь управлять, куда я иду. Потому что, знаешь что, потому что другой рукой я прыгаю. Давай, управляй, что ты думаешь? А, извините. В сказку попало, что ли? Так, разворот, Ульян. Так, стой. Сейчас, назад. Полицейский, так. Сейчас, еще назад, сейчас, еще нормально. Ага. Опа, какой Ульян. Кошмар. Нормально. Так. Сейчас, погоди. Оп. Ульян, давай. Нормально, это я не докрутил, Слишком сильно. Не, это я не дожал. Не дожал бананчиком, так сказать. Так, ладно, поехали. Ай-яй-яй. Сейчас, так, разворот. Что это было? Разверни. Движение? Извините. Так, разворот. Давай. Вот так. Так, слушай, я уже прям банановый мастер. Так, сейчас. Ой, я нажимаю на какую-то кнопку на ножке. Не, нормально. Это лишнее, Ульян. Так, сейчас, просто вперед. Сейчас будешь просто да, вот тут сюда. Нормально. И... Ульян! О, я вас поздравляю. А я в кадр... Спасибо. Поздравляю вас. Я в кадр вообще попадаю? Подожди, стой, я вот так вот сделаю. Оп! Оп, нормально, Ульян, красота. Так, давай, разворот. Стой. Полицейский. Как это сложно, это смешно очень, но сложно. Так, стоп. Так, ну чё дальше? Оп, сейчас. Так. А, ну тут от меня все зависит, да? Ну, пока да. Подожди, а куда мы? Ёлки зеленые! Так, чуть-чуть, давай, опять сюда. Так. Разворот. Так, нормально. Так, чуть-чуть наверх посмотреть. Наверх посмотреть. Не, вот так вот. А, стой.
А, о, ты сделала бананом? Да. Господь всемогущий. Так, ладно, хорошо. Так, вот тут аккуратно, вот тут сейчас будет. Так. Нормально. Нормально. Блин, по-моему, один уровень почти пройден. О, да, мы выиграли. Бананы вверх. И вот тут, по-моему, тоже по бананам. Кошмар вообще. Ужас. Так, ну ладно, давай, едем. Я прям переживаю. Едем дальше, да. Так, ну что, Лен, давай, показывай, куда нам тут идти вообще дальше. Ну так, ага, сейчас, ага. Оп. Так, так. 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 О, у Лены дурацкий уровень. Оп. Так, сейчас. Спокойно. Как бы ты мою любимую красивую клавиатуру не то чтобы не испачкал, ты бы ее не сломал. Ладно, я буду осторожным. Ой, ребят, пока тут ёж прыгает. Я хотела сказать вам большое спасибо за комментарии, очень теплые. Мне так нравится, особенно под первым видео, когда я сказала, что так у меня сердечко прям так стучит. И вы просто куча комментариев написали, что «Ульяна, не переживай!» И мне прям так тепло на душе стало. Большое спасибо за комментарии, я все читаю. Поэтому, в общем, пишите. Я лайкаю! Нет! Ну да, нормально, нормально, нормально. Все хорошо, 8 секунд осталось, поэтому мы вас заставим сейчас. Вот это поворот! Пиф-паф. Ульяна, у нас слишком много времени. Давай, разворот, поехали. Слишком много, так. Слишком много. И опять сейчас. Нам наверх. Все верно, так, осторожно. Так. Так. Слушай, знаешь, я будто разворот? Бы. Какую-то обезбреживаю. Бомба? Обезбреживаю. Брешь там просто проелась, и я обезбреживаю. Так. Прыгаем. Ага, так. Чуть-чуть левее. Думаешь, левее? А я просто не вижу, да. Так. Секунда, секунда. Ага. Не, стой, масочка. Тяжелая ноша ютубера. Да. Так, чуть-чуть правее. Ага, так хорошо. Так. Так, еще чуть-чуть правее. Я опять ноги скрестила, пальцы там вот под столом. Жиза. Да, они меня даже не касаются пола. Так. Так. Так, сейчас. О, стоп. Я не знаю, как быть здесь, ребята. Хорош! 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 Дайте как? О, боже мой. Ладно, слушай, нормально, вообще красота. Так, давай, чуть-чуть еще. Так. Ой, Ульяна, мы здесь не пройдем. Стой, тут. О, вот так вот, развернись левым боком, левым боком. Это правый, да, левый, вот так, да, вот так, еще. Ага, все, чуть-чуть, ага, вот так. А, то есть ты просто боком, да? Каков? Мы полтавера прошли, ты понимаешь просто это или нет? Ульяна, тебе это я! Так, Ульян, ну как-то хорошо вроде получается пока. Хорошо, да? Вроде пока хорошо. Хорошо. Так, Ульян, ну как-то здесь мы уже слишком даже привыкли, у нас вроде все получается даже прям неплохо. Хорошо получается. Ну, смотри, что делаем, просто что мутим. Да профессионалы, просто конечно. Профессиональные банановые эти, прыгуны. Игратели. Игратели, да, все верно. Так, ну куда тут? Ну да правее развернуться, я так иначе не прыгну. Не настолько, вот сюда примерно, ну левее. Левее. Вот так вот, вот сюда смотри, да. Так, ты рулюй своими этими. Ты рулюй своими этими. В чем проблема? Давай. Я только сказал, что нет проблем. Только сказал, что не получается. Хотел сказать, получается, конечно же, у нас. Аккуратно. А да мы только что прошли столько сложных уровней вообще-то. Вообще-то да. Я считаю, что мы огромные молодцы. Так, ой-ой. Так, ой, скорее. Мне, наверное, нужно было вот так вот срочно. Это плохой банан. Я уверен, это плохой банан. У меня есть получше. Бананы получше есть. Вы видели, что он сделал? Он сломал банан. Вот смотри, он говорит, о, давай сюда. Съешьте меня. Сделайте из меня молочный коктейль. А это хорошая идея. Мне нравится эта идея, ребята. Вообще, хорош. Лен, ты что тут стоишь, хлопаешь? Ты что делаешь? Ты зачем так делаешь? Ты все это сама вот это так сделала, я правильно понимаю? Чтобы было красиво. А, понял. Все, тогда ладно. А что без хлопка, Ульян? Что за дела? Как это оно? Само, что ли? Я не понимаю. А вот потому что вот кто-то пришел, сказал что-то, и теперь без хлопка.
Так, ребят, как вы поняли, это рецепт молочного коктейля. Да. Вот помните, короче, у меня были рецепты. Теперь вот, видали, рецепты выходят на новый уровень. Вообще, ставьте лайкосы, пишите комментарии, если хотите, чтобы такое продолжалось. Так, смотрите. 2 банана. Примерно вот столечко, вот это если 400 все, то вот так вот. Ну, где-то 150, там, плюс-минус 160 грамм мороженки. И сейчас будем лить, будем показывать вам молоко. Итак, ребят. Сначала нам нужно добавить немножко молока, чтобы вот это все взбить. Вот, поэтому этим мы сейчас и займемся. Давай. Что, Лен, говоришь? Что? Я говорю, а, что, Лен? Что, Лен, не понял? А? Ой, Лен, ну, она тут пасится, слышишь? Я хотела предупредить, но ты меня не слышишь. Какие-то мыши? Что делают мыши? Я говорю, ты меня не слышишь. Ой, все пока. Что, паука? Кокосы. Просто внезапно такое молчание и тишина. Кокосы. Достаточно? По-моему, достаточно. Сколько еще молока? Ну, лей. Коротко о рецептах Ульяны. Молока сколько? Ну, лей. Все на глаз, ребят. На глазик. Еще. Полит. Понял. Ребят, примерно вот так, и там уже где-то хватит. Ну, вообще, на ваш вкус. Как бы, чем больше, тем... А? Чего? Соседи меня простят. Это такой крик. Вообще, вы еще можете сделать вот немножечко на поверхности, взболтать, чтобы была пенка, и тогда будет типа пенка. А, это спасибо логично. Большое, да. Да, но это будет, ну, типа, знаете, такой кислородный коктейль. Не надо, спокойно. Это для вас. Спасибо. Ваше здоровье. Фокусируйся. Сфокусировался. Так, если ты не хочешь повторить судьбу своего собрата, будь хорошим, банан. Блин, поехали дальше, поехали. Поехали. Так, о, подожди, шифта-то нет? А шифтик-то... Шифтик готов, Улен, шифтик-то на месте. Бананчик. Не понял. О, нормально, нормально. Так, немножечко. О, хорошо. Стой, ага. Вот, и вот, и вообще замечательно, превосходно. Улен, а банан-то может банан... О, тише, тише, Ульян. Я отвлеклась, извините. Суждение некоторое присутствует, конечно, здесь. Простите. Так. Так. Лево. Разворот. Ну куда? Стой. Ну куда? Куда разворот, говорю, сделать надо? Отлично. Хорошо. Это сюда. Очень смешно. Ульян! Надо меня выкинуть, ребята. Так, нет, так нельзя. Хотя это мое видео, это я тебя сейчас выкину. Что это значит, блин, вообще? Как это понимать? Никто никого не хотел выкидывать, а тут, блин, вот тена. Ну, вообще, конечно. Так, нормально, Ульян, давай, быстренько, так. Ой, да мне неудобно, у меня здесь коврик. Я ухожу. Все, ты... Так, нет, все, выходим из Ставра, иначе я сейчас все бананы поломаю. О, а что это за подарок у тебя, Ульян? А это вот такой вот подарок интересный. Давай. Ура, я рад. Ура, у-у-у. Я наконец-таки нажму. Давай. Так. Посмотрим, что здесь. Барабанная дробь. О, это хук. Это хук кактус. Все, поехали, пофиг. Ха. На ешечку нажал. А чем мы вообще пришли в Adopt, ты не знаешь? А вообще-то тут есть подарочки. А, да? А, ну давай. Ежедневные. Куда ты идешь? Да я случайно. Да, вот выход вот там. Вот там. Выход там. А чем мы такие медленные, кстати? Можем полететь на бенджи? Или на этой штуке. Да пофиг. О, что это было? Капец. Да все, все, Лен, тихо, мне страшно. Все, все. Я так тюкаю почему-то по мышке, бедно. Извини, пожалуйста. Ага, просто дубасит мышь. Хорошая, блин. Мышка. Ты гладишь ее бананом? Да. Ну почему бы и нет? У меня же руки теперь это бананы. Знаешь, Эдвард, руки-ножницы, Ульяна, руки-бананы просто. Я жду арты, ребята. Не надо, пожалуйста. Не надо, это, блин, уже угрожающе звучит на самом-то деле. Посмотрите мне. Да, знаешь, реально, надо будет как-то сделать, что на каждом пальце банан. О, господи. Вот это будет жестко. Это получается, я уже росомаха, только... Банановая. Банананаха. Да. Нормально. Почему бы и нет? Так куда мы идем? Че это за синхронизация сейчас была? Давай, шуруй куда надо.
Куда, вот туда? Не туда, нет, стой, не туда, совсем не... Давай, стой, подожди. Я не могу стоять. Ладно, я хорошо. Банановый бегун. Я не могу стоять. Обналичь чек, ты, ёлки-палки, давай. Тюк. Ну обналичь, нормально, ну, Ульяна, ну обналичь, ну что ты делаешь? Прекращай ходить. Что ты делаешь, Ульяна, нормально? Все, вон нам туда, туда нам надо. Да? Давай. Что за фигня? А, прыг, боже, прыг, прыг, еще раз. Ага, все, класс. Пряник не собрали пряник. No. Ну, спасибо. О, попало сразу. Ха! Круто, конечно. Круто. А ой, там надо находиться сколько-то в игре или типа сразу можно? Кажется, там нужно 3 минуты или полторы. Ну, в общем, я каждый раз заходила и каждый раз по-разному. Кстати, понял. У меня скоро уже хватит на вон тот вот замечательный... Ульян! Вон, вот этот вот замечательный... Ульян! Средство, автотранспорт. Видишь, не как? Тормозим. Скоро это. Не тормози. Бегим, бегим. Бегим, Ульяна, все правильно. Вот, 2 минуты осталось. Давай. А, 2 минутки. Что, потусим здесь, да? Побалдеем, что-нибудь давай, поделаем. Давай, попрыгаем, там, ой, побегаем, что-то поделаем. Здесь 2 минуты надо просто пофигачить. Давай, давай, битва на бананах, как ты считаешь. Ха! Защищайся. Ладно, ладно, не надо, я уже боюсь. Ну, ладно, ладно, сколько там уже он осталось, наверное, минута? Ребят. Да, так и есть. Что это было? Что это? А мне маску так выправляли? Ну, у тебя... Мне маску, наверное, нужно вот так вот, потому не, что... Не, мне нормально, мне получилось. Да? Ну, все хорошо. Получилось? Ну, давайте да. Попробуем. Да-да. Не очень, если честно. У меня мешаются тут очечки. Эй, ладно. Так, все. Обожаю лунная походка. Давай еще раз. Давай. Тун. Тун. Все, ладно. Так, а куда мы там, побалдели, что там? Сколько побалдели, там осталось минута или сколько там? Пол времени побалдели. Да что так мало? Дед! Мы... Это дед! Игра кальмара нас вспоминает. Смотри, там иероглифы. Это... Они понятные, кстати. Да. Я даже не знаю, чьи это. Я на самом-то деле очень хорошо различаю, типа, чьи иероглифы там, будь то китайские, японские или корейские. Но здесь как-то плохо понимаю. Не понимаешь? Я нет. Увы, нет. А может быть, это импровизированные какие-нибудь? Ну, похоже на китайские больше. Сам взял и придумал. И написал. И поди гадай, что это такое? Непонятно. Так, 36 секунд. Все, побежали. Побежали. Ульяна, ты уверена? На взлет! А куда нам? 24-й день. 24-й. Это, наверное, наверху где-то. Стой. Хук. Какой хук? Не надо хук. Может понять нас, да. А тут как? А, нормально. Помочь спокойно. Оп, так, оп, так. Оп, еще, оп. Еще, ага. Нормально. Прикинь, будет обидно, если мы сейчас вот упадем. А, тут стекло, нормально, мы не упадем. Ой, какие мы крутышки получаются. Вообще. Слушай. 24-й еще выше, что ли? Конечно. А, еще выше, что да, ли? Да, ну, наверное, но там просто должна быть... Я не вижу. Ладно, пойдем, давай короче, наверх. Пойдем, да. Но по логике вещей, чем больше... Ты весь ковер исцарапал. Кошмар. Прости, Рик. Вернее, Морти. Рик там. Блин, мы упали. Куда ты? Девочки, мы упали, да. Ты аккуратно лезь, ну куда же ты, давай еще чуть-чуть. Ты, блин, нажми. Давай, все, едем, едем. Так, давай. О, смотри, он появляется уже. Давай, он уже появляется, давай. Так, банановый поиск. Опа. А что? Банановое небо. Подожди, не-не-не, сейчас вот так, вот так. О, подожди. Е! Что там? Что там? Да ноу! А как посмотреть, что там, Ульян, ну-ка. Скейты, кажется. Скейты? Подожди. Смотри! Это ролики! Это да! Офигеть, это ролики. А, ролики, ну да. А как отсюда выпрыгнуть? Ничего себе! Красота, да и только. Подожди, дай-ка я посмотрю на себя. Стой, развернуться бы нам. На шифт нужно нажать. Давай. Лунная походка была опять. Реально. А как это, я не поняла. А не нажимай на шифт, я не развернусь. Ульян, я думаю, хватит. Стой! Да я хочу посмотреть. На шифт нажми. А, все, они ушли. Кто ушли? Они должны быть у тебя. Они ушли. А, подожди, давай, давай, зайдем в этот, в инвентарь. А можно я... Ладно, придется. Давай, в инвентарь. Хорошо. Развернись так. Вот, ну ладно. Ты можешь руками это сделать уже. Вот так вот мы челленджи, значит, выполняем. Все понятно. Нормально мы отлично челленджи выполняем. Мы уже все сделали, поиграли. Это не, нет, для тебя, типа, транспорт. А, смотри, короче. Да, все. В общем... Я вот, вот так вот вам покажу. Вот такие вот красивые коньки. Ага. Это получается даже на коньки. Ну, знаете, вот как подлокотник. Вот это как под коньки. Мы опять трясемся. Понимаю. Как под коньки, только над коньки. Вернее, под коньки все-таки. Ужас. Под обувь. Ребят,
Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ага. По крайней мере, нам было очень весело. Вот вообще, прям вот мне так понравилось. Вот, поэтому пишите в комментариях обязательно. Как вам? Как дела вообще у вас? Вот, да, на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Я хотел в ту камеру смотреть. Зачем ты такой делаешь? А что тут у нас? А кто там у нас сидит?